Пуньк-пуньк. Пуньк-пуньк. Пуньк. Всем привет, Тасега, и мы играем в игры. Сегодня продолжаем Atomic Heart, да, вот так вот, ну погоди. Говорят мне, читай ты компьютеры, что-то там интересное может быть. Ну ладно, будем иногда читать все-таки, а не просто листать, чтобы самому понимать, в чем здесь суть, что здесь происходило. И мы продолжаем. Я уж не помню, что было в прошлой части, куда мы там шли, что мы там, что такое. Средняя капсула. Ну ладно. Но нам нужно найти выход, да, в прошлой серии мы здесь погуляли, обновлений опять никаких не было. Игра все так же может пролагивать немножечко. Отлично. А, вспомнил. Нам нужно найти все четыре какие-то капсулы. И эти капсулы нам нужно добыть, достать и отнести, чтобы выйти наконец-таки из комплекса. Эй, послушайте, Можете добить меня, пожалуйста. В смысле, у тебя же там башки нет. Что такое? Каких? Ой. Медиков. Всему предприятию, извини. Кирдык. Спасатели будут еще не ясно, когда. Больно мне сейчас. Все равно ходить уже не смогу. Это кровь? С чего ты взял, что всему кирдык? С чего ты взял, что всему уже кирдык? Если бы это было так в Вавилове, то здесь бы уже были специалисты из других комплексов. Это теперь везде. Вывод очевиден. Может, можно как-то поднять это? Погоди. Со мной трое бежали. Уже пытались, да не смогли. Робот у него, ну, голос, как у робота. Ты их теперь не попросишь. Ну. Ладно, дай подумать. Давайте. Только там не раздумывайте долго. Мне больно. Очень. Это я нечаянно. Спасибо вам. Да блять. Что? Эй, почему я? Я же говорю, что это случилось? Все это зомби. Харас, это снова полимерная память. Все, что он запомнил, это то, что ему больно. Я не ожидал, что это может проявиться вот. Что со мной? Что со мной? Ты откуда? Ты мертв. Просто подожди. Страшно выглядит. Чего ждать? В смысле мертв? Эй, добейте меня! Добейте! Вы же обещали! Ой, так, я пошел отсюда. Блядский рот. Матерится игра, конечно. Больше, чем я, чем мы все с вами. Ну ладно, тут 18 плюс и есть. Да что я путаю кнопки-то? Так, по ней совершенно точно могу сказать, где что можно вернуться быть? Обратно. Это куб. Установка, выдача люминесцентного полимера, размещена на одной из этих платформ. Поищем. Так, на верхней. Ты живой? Патронов я так-то и не скрафтил, поэтому патронов у нас ограниченное количество. Ух ты ж тварь! Напугал меня. Ты куда? Ты дурачок? Спать. Оп. Так, ага, еще выше. Подождите, нам не сюда получится. А я могу сделать вот так? Не могу. Могу. Оп, красиво. Хорошо. Так, опять меня поврит. Так, тут открытая арена. Черт, здесь нет комп. Наверняка ее можно найти где-нибудь поблизости. Установку нашли. Теперь ищем сраную комп. Пошел ты. Так, установку нашли. Вот сюда, да? Так, получится. Не получилось.
он промахнулся, но все равно попал. А, значит, вот сюда и вот так, стоп, нет. Вот сюда. Чтобы попасть вот сюда, это мне вот сюда, это вот сюда, это вот сюда, это вот сюда. Все. Ок. Ок, погнали. Ага, вот сюда. Зачем-то же нужно вот сюда. Это вот сюда. А зачем мне вот сюда? А, к Элеоноре и сохранение. Понятно. Давайте патронов сделаю. Оружие. Патронов. Патронов, боеприпасов. Пунь-пунь-пунь. И 5. Все, класс. Дашь мне патроны? А, ну уже дала? Ну, 16 стало. 16 стало, ладно. Это что? Ничего. Это что? Ничего. Так, ну значит, подъем на нам вон туда. Ладно. Отсюда получится выбраться, нет? Нет, вряд ли. Вот это сюда получится. Оп. Так, на полпути уже. Это то, что нужно. Такая колба подойдет? Судя по форме и диаметру, да. Так, ну теперь нужно вот туда. Это нам вот сюда. Ну конечно, ну конечно. А где дробовик-то? О, паразит. Паразитинский паразит. Ладно. Не страшно. Хилок уходит очень много, но ладно, они добываются из этих же роботов. Ну, блин. Как теперь обратно? Хочу обратно. Ну, что-то только там. О, ладно. Это что такое? Ты будешь атаковать? Привет. Ха, прикольный. Так, ну у нас другая цель. Ну я его атаковать не буду, он же меня не атакует. Зачем это надо, правильно? Мы атакуем только те, кто атакует. Кто не атакует, не атакуем. Так, колба. Чего? 35 дней? Отлично. Я тогда позже. Процесс синтеза можно ускорить. Это радует. Как именно? Гигантские миксеры. Гигантские миксеры. Здесь в полимере какая-то... Ой, блин. Что с ними делать? Элеонора, детка, я вернусь. А, увеличить нагрузку на моторы для ускорения полимерного синтеза. Я так понимаю, увеличить буковкой В, да? В же он? А, нет, Q. Нет, В. Надо быть осторожным. Падать придется далеко. Можно ушибиться. Ушибиться? А вы оптимист. Да. Работа. Что нужно сделать? Ага, В. Есть. 20 дней. Уже неплохо. Но если мы сейчас все пройдем... Сработало. А, красиво. Как красивый бассейн засветился. Обращаю ваше внимание. Нештатное воздействие на оборудование вызвало срабатывание ремонтного алгоритма. И... Блин, она должна ехать быстрее, чтобы я успевал... Чу-чу. Это очень медленно, типа тут сложно не попасть.
Красиво, конечно. Что сказать. Ага, пылесосы приехали. А вот он и усложнение, да? Да, это пылесос. Так, 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 не пропустил. Я возьму дробовик, потому что с дробовиком они с одного выстрела ложатся. Так, второй, третий. Ага, все, загибаемся. Собака такая. Ну, придурочная. Чи-чи-чи. Что? Почему эта фуникулёрная хрень не может двигаться быстрее? Просрал. Никто не предполагал. Это я знаю. Это был риторический вопрос. Что мне делать-то? Что, сюда нужно? Все? Да. Иди в хер. Смысл? А, понял. Вообще не туда. Класс. Да, долгое будет прохождение, потому что я ни хера не понимаю. Зачем только сюда, если нам вон туда? А, ну если я упаду? А я не упаду. Я жесткий. Ой, ладно, загадка. Бляха, ну... Вот ушлёпки. Так, я эту схему уже знаю. Говно, боюсь. Говно, жопа. У меня одна хилка осталась. А, 8, все, ладно. А, так, ладно. Так, два вот этих. Эти же светят, да? Вот этот надо переделать. Ага, и еще. Так, это что? Так, это. Все верно. Изи. Изи. Не понял, как, но изи. Все, он едет. Все патроны просрал, еще и хилки. Ну ладно, хилки восполняются. Вопросов не сильно много. Пылесосы сейчас опять нападать будут. Я наготовил просто. Зависло. Так, ждем команду. Я приготовился. Если интересно, вот здесь упаду, что будет? Один день. Здесь должна быть минута. Осталось ускорить последний электромотор. Осталось остаться без патронов для больших концов. Крутые диалоги, которые вот он говорит, то что типа думает игрок на самом деле. Я вот думаю, что типа, ну типа, что мне делать, патроны сейчас кончатся. Он говорит, осталось без патронов остаться. Придурочный пылесос. Я промахнулся. Сука. Да где у тебя кнопка, падла? Так-то лучше. Кругом приятная глазу иллюминация и милые сердцу пчелки. Романтик. Пылесос, брат.
Через полимер будет простреливать? А я спрячился. Майор, оружие. Оп, Леонора, брат. Оружие. Колбу можно забирать. Хорошо. Средняя капсула 100 здоровья. Не надо мне эти средние капсулы. Кассетники. Гранаты, типа. Давай сделаю одну гранату, посмотрим. Как бросать гранату? Кассетники. В зависимости от кассеты, кассетник дает оружие, на которое он установлен, элементарный урон. Огонь, заморозка или электричество. Для установки кассеты необходимо получить соответствующее улучшение выбранного оружия. Используйте радиальное меню для выбора установки кассеты. Как это сделать? Это надо еще прокачать пушку? Так, давай, например, улучшение и электро. Так, это нам не надо пока. Дробовик. Кассетник. Кассетный модуль. Установить. Так, а емкость магазина как прокачать? А, магазин. Увеличенный магазин. Рецепт. Или полигон какой-то. Ладно. А если пистолет создать? У него вот как раз таки здесь. Емкость магазина 8. Ну ладно, чуть-чуть еще подкопим. Но мне интересен еще другой момент. Способности. Чекнем способности, потому что долго не чекали. У нас потому что 250 нейрополимеров доступно. Значит, можно что-нибудь-то прокачать. А, значит, шокер, да, это у нас вот. А, электролизует противника. Давайте сразу же, потому что шокером мы пользуемся здесь очень много. Что еще есть? Ампфликация мощности. Удар шокером наносит больше урона, позволяет толкнуть врага. Либо усиленный модулятор. Получает улучшение, позволяющее увеличивать дальность разряда. Так, ладно, здесь цепная молния. Поразит цель, частично передается ближайшему, а с этой стороны получает больше урона. Так, ладно, а давай еще посмотрим, что у нас есть в других. Улучшение энергии от потерянного здоровья. Рециркулярные магазины вашего оружия в ходе модернизации и дополнительную энергетическую ячейку. Так, а это у нас есть. Так, у нас еще есть, можно щит прокачать. Ну, взять. Так, полимерная струя, массовый телекинез, ага, стужа, это холод, да, у нас еще есть повышение давления, модернизированная дистанция и персонаж, да, так, смертельный урон не сможет опустить шкалу вашего здоровья, это мы взяли, да, нет. Мы не взяли. Последняя модернизация костюма укрепляет ваше здоровье. Вот, давайте здоровье прокачаем, это мне нужно. Сразу же, это у нас эффективность от лазерных атак, сил для выполнения дополнительного рывка. Каждый уважающийся майор должен уметь побежать по скорость бега. Бега? У нас же нет бега, у нас есть рывок. Как бежать? А, ладно. Чуть позже. А, вот у нас используемые навыки, это вот, я так понимаю, стужа, да? Да. И еще можно один, а электрошокер, он по дефолту идет. Поэтому давайте что-нибудь качнем, чтобы было несколько. Например, щит. Да, попробуем щит. Или я неправильно понял. Установка. Е. Так, вот. Да, теперь у нас Е. Это щит. Полимерный щит, защищайтесь от вражеских атак. Все, круто, есть щит. Ненадолго, и остальное осталось. Класс, класс, пока оставим так. А, нам теперь нужно обратно. Погнали. Да, мы знаем это. Так, а бег это... Ай-яй. Как вынырнуть? В полимере полностью мы искупались. Бегать... Ну это рывок есть только. Не, я тут не пройду, я знаю это уже. А, вон туда. Что, что, что? Сука, плес. В смысле нет оружия? В смысле нет патронов?
Так, 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 полимерный щит. Ага, ничего не сделал. Я просто не понял, где он. Ладно, хер с ним. Вниз. Колбу забираю просто сразу же. Сейчас мне кто-нибудь ударит, да? Сука, пылесос. Лут, лут, лут. Ауф. Ага, это чё? Там чё-то. А, нам вниз. Все, погнали. Надеюсь, не больно? Это чё? Знаете? Так, а там что показывалось? Что-то такое. Три выстрела надо, чтобы пылесос вывести из строя. Все, он не светится? Нет, светится. Да, почаще на... Раф? А это кто? Раф. А, это робот, да, какой-то? А, ну этот милый робит. Привет. РФ-9, Раф-9. Все. Это что? Это поджигающаяся полимерная, да, которая, нет? Так, нам нужна Элеонора, чтобы создать боеприпасы к дробовику, потому что дробовика у нас, к сожалению, очень мало. И все осветлось. Подсоедините колбу Альгацека к березе пока 4. Да, я уже привык даже к пролагиванию. У меня опять никакого не было. Сука, никакого не было обновления на эту игру. Это очень классно. И еще две колбы. И еще две колбы надо. Ну, я думаю, что за эту часть мы колбы добьем. Так, холодная лаборатория или цех. Ну ладно, пойдем сюда. Посмотрим, что там у нас есть. О, круто. Сразу же вот это берем. Вот это дело. Динамо. Доступ разрешен. Надо боеприпасы. Патроны для дробовика. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, десять. Сразу же 10, потому что 40 патронов, да, будет. Просто потому что я ими пользуюсь. Так, а если качнуть ствол еще? Ой, ё-моё. Авторизация. Майор Петрини. Так, еще если я попробую качнуть дробовик, просто ствол, вот у него есть электромагнитный, да, вот этот у меня стоит, нет? Нет, вот этот стоит. Нет, какой стоит-то, ё-моё. Улучшение стабильности стрельбы. Уменьшает отдачу. А, уровень 1. Во, у меня базовый уровень, есть уровень 1. Уменьшает отдачу. Так, но... Базовая рукоятка. Сколько надо? 19. Вот, установлено электромагнитный. Увеличивает урон, бла-бла-бла. Так, ну давай. Уровень 2. Угу, понятно. Хорошо. Так, уровень 3. А, вот урон. Магазин вот мне бы надо увеличить, блин. Так, кассетный модуль. А как кассетный модуль вставить? Ставить кассетный модуль в дробовик. В смысле, почему не один патрон? Я 640 их только что взял. Чё за говно?
авторизация. Май. В смысле, боеприпасы? Недостаточно. Ну, 9. А где они? Авторизация. Майор Петри Нечаев. Доступ разрешен. На какой склад-то? Вот я просрал все ресурсы, а патронов не получил. Так, ну я разобрался, как кассетный модуль ставить. Но это мне не сильно помогло, потому что патронов-то, сука, нет. Леонора, блин, ты портишь наши отношения. Она просто не выдает мне патроны. Охренела, что ли? Патроны дай. Ну, это либо баг, либо я что-то не понимаю, потому что это грустно. Я потратил все ресурсы на патроны, которых мне не дали. Что делать-то? Это еще что за дрянь? Это росток Победа. Что еще за побег? Побег был выведен в качестве корма для крупного рогатого скота и быстро продемонстрировал свою эффективность. Но с этим побегом что-то не так. Что не так? С Элеонорой что-то не так, она патроны зажала. Да ё-моё. Серьезно? Курица-убийца? Просто прелестно. Чего? А. Ну, она не ест, она целуется. Лучше не привлекать внимания. Да уже поздно. Ее уже. Как стрелять? А, это стекло. Фу, блин, патрон просрал. Не, ну и говно, конечно. Ладно. А, личная просьба. Добрый день. Печатать особо некогда. Запишу щебетарием. Витя. Личная просьба. Комплекс Павлов увяз в исследованиях полимеров, им банально не хватает площадей. Сделай одолжение. Разместите там у себя небольшой отдел наблюдения за поведением животных в полимерном бульоне. Полимерном бульоне. Куда-нибудь в дальнее крыло. Секретность высокая. Впрочем, у вас там почти все под грифом в комплексе. Конечно. Павлов будет присылать полимерный ресурс сначала в цистернах, а потом в магистраль проложим, как только Минфин одобрит. Заранее спасибо. Ну, пожалуйста. Памятное поздравление. Поздравляю с назначением. Блин, минуту идет. Товарищ Золотухин. Распоряжение. На лечение в больницу, срочно. Блин, то есть они сейчас перестали писать, и теперь мы будем огромный голосовухи слушать. Мы с вами толком познакомиться еще не успели, но уверяю вас, стоит вам посетить наш театр под моим новым руководством, как имя режиссера Ласточкина запомнится вам навсегда. У меня к вам небольшая просьба. Можно ли нам каких... Ладно, нельзя. Я не буду к вам пока идти, пацаны. Короче, мне все еще... Это что вообще за место? Холодный цех. Тут решается проблема существования организмов в условиях безвоздушного пространства. Как озеленить Луну, что ли? В том числе. Спектр исследования самый широкий. От примитивных одноклеточных растительных форм до сельскохозяйственных и прочих животных. Все еще меня гложет несправедливость. Фу, оно живое. Что патроны мои куда-то делись. Вау, красиво. Красивая. Так, это что такое? Нормально. Опа, 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 опа. Нет. Ну нет. Интересно, тут у вас аквариумные рыбки.
собака пылесосная. Куда делись мои патроны от, сука, бля, от дробовика? Да нет энергии! У меня нет патронов, все, это пока, это я бегу, это я ухожу. О, хорош, хорош! Так, а ладно, с этим не справились. Они дурачки, как бы, не сильно сложные. Пылесос как бить? Еще один пылесос. Так, я ему пока сломаю пылесос. Так, ауф. А, на эту кнопку. Да чтоб тебя пылесос. Короче, катастрофически не хватает патрон. Прямо катастрофически, когда их делаю, они исчезают. Пиздец развели, блять. Согласен. Корова. Пока. Так, здесь вообще живые коровы так-то. Здравствуйте, Валентин Демьянович. Здравствуйте. Кто? Я? Компьютер принял вас за начальника лаборатории. Коровы пасутся. Ай, какая прелесть. Свинка есть. Мило. Курочки. Это скрипово выглядит. Покрутил. Должно заработать. Вентиль установлен. Надеюсь, я ничего не перепутал. Да, я тоже надеюсь. Сейчас корову одну затупим. Так, есть. Три коровы осталось. Вот это что? Ага, две коровы осталось. Так, это лишняя корова. Значит, раз. Значит, два. Значит, три. Да блин. Две коровы опять. Значит, эту надо включить. Правильно? Нет. Значит, это надо вот так вот. Это надо вот так вот. Еще одну корову, да, надо? Да, еще корова. Корова. Вот это, скорее всего. Ой. Твою мать! Я что, их всех убил? Это стандартное завершение технологического процесса. Производство органической составляющей полимера. И куда оно все утекло? Чего? В Альгоцех. Там происходит дальнейший процесс полимерного синтеза. Дальнейший звездец сейчас там происходит. Из коровы? Жестко, жестко, ладно. Вот это громадина. Столько клумб в одном месте мне встречать не доводилось. Здесь выводятся растения для колонизации Луны и планет Солнечной системы, Марса и Венеры. Только сейчас здесь ни хрена не работает. Нам нужно в рубку управления.
Дай. Так, ну здесь реально дофига. Хотя казалось, когда ты стоишь ниже, что еще больше, но нет. Черт, одни трупы. На стене имеется лазерная реактивация питания. Разберемся, не привыкать. А, так, Элеонора, будем дружить? Майор, оружие. Один. Не попадусь больше. Отправлено на склад. Все окей. Почему один патрон у меня? Че за шляпа? Доступ разрешен. Так, мне не нравится больше дробовик. Швед имеется. Леса, недостаточно ресурсов. Паштет. Звездочка. Калаш. Ой, да, ну и шляпа, конечно. Ну, патрон, да, а, недостаточно. Я уже думал пистолет создать, почему мне для дробовика не дает ресурсов. Один патрон, ну это что такое? Серьезно, там было по 4, сейчас один. Что-то я сломал, типа, в этом, в улучшении дробовика, почему мне по одному начал давать? Кассетного модуля, может его надо убрать? Не. Магазин. Увеличивает урон, увеличивает скорострельность. У меня первый уровень. Емкость магазина, тип боеприпаса. Тут столько всего на самом деле, что вообще ёбнешься. Так, а если я уберу его? Сколько надо? 13. Ну, я просто попробую. Так, майор, вот. Оружие. Боеприпасы. Вот сейчас оно делает почему-то. Доступ разрешен. Ой, говно какое-то, если честно. Непонятное. Пунь-пунь-пунь, сразу же, давай, ну, давай 7. Да ты чё, охерела, что ли? Авторизация. Выберите желаемое действие. Элеонора, ты охерела, что ли? Все, я опять просрал все ресурсы. Не сказать, насколько я высажен, типа. Просто сколько ресурсов я мог пистолет уже взять. Типа, ну что за говно игра, ну серьезно. Ну типа... Все же нормально было. Нет, какую-то шляпу гонит. Просто обидно. Заработал. Просто обидно. Как наполнить колбу? Колбу наполняется криополимером автоматически. Нужно дождаться окончания процесса. Как-то слишком просто. Без энтузиазма теперь прохожу. Вот прям без энтузиазма. А вот и хозяева. Я чувствовал, что спокойно дождаться не получится. Куда идти-то? Блин. Дай патроны. Винтик. Ну, конечно. Почему Элеонора перестала давать боеприпасы? Большущий вопрос. Мне просто не хватит боеприпасов на все. На все. Так и назову эту часть. Элеонора хренела. Ладно, не хренела, а что-нибудь другое. Так откуда столько вот мерзкие твари, ну? Не хочу даже с вами... Ну, у меня нет патронов, но я просто все просадил. Все просадил ни на что. Валите.
Так, дальше что? Все? Я все забываю же, что у меня же есть суперспособности. Да ну серьезно, ну куда? Ну. Сука, да что же с ними не так? Что я должен сделать? Колба наполняется только при поддержании в цехе оптимально низкой температуры. Нагнетание холодного воздуха слишком много. Вентиляторы. Они не должны отключаться. Не если позволяйте еще... побегам взлетать и врезаться в вращающиеся лопасти. Элеонора мне давала оружие, то как бы... Ок. Черт, вентилятор вырубила. Попробуй теперь запустить его шагом. Так, я могу ударить дробовиком? Да, вот с этой штукой. Да чтоб типа. Как же ты душная. Вот это вот как мне? Вот как мне вот это вот уничтожать? Все, все, это пока. Это пока. Это помер. Ни одной гранаты даже нет. Ага, пока. Это ГГ. Это невозможно. Он типа херня из-под камня. Ой, да, настроение, конечно, сомнительное. Заново, да? Ну, конечно. Ну, конечно. Я думаю, на этом я закончу эту часть. Я сейчас вне части все вот это вот пройду, заберу вот этот полимер, перезагружу игру. Может быть, у меня там как раз-таки появятся какие-нибудь патроны внезапно. Вот, а на этом все. Спасибо, что посмотрели это видео, эту часть нашей Atomic Heart. Будут еще другие игры, поэтому не отключайтесь, смотрите, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И сбился. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до новых встреч. Пока-пока.